открытии тира для пулевой стрельбы в спортивном блоке КСК КФУ «Уникс» приняли участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Дай Бог, чтобы все наши начинания нравились прежде всего нашим студентам университета. Это прежде всего и студенты, и преподаватели, и сотрудники. А сегодня это еще наши дети. Должны всегда формировать хороший баланс интересов. Начальник отдела физического воспитания населения и физкультурно-оздоровительной работы Министерства спорта Республики Татарстан Дмитрий Дорогов, вице-президент Федерации стрелковых видов спорта Республики Татарстан Николай Васюхин, а также четырехкратная чемпионка мира по спортивной стрельбе, олимпийский призер Светлана Демина. Также ректор университета добавил, что сам культурно-спортивный комплекс КФУ за последние годы заметно преобразился. Буквально недавно был открыт шахматный клуб имени Анатолия Карпова. Осуществляет свою деятельность Центр студенческой жизни, налажена работа научных кружков, различных спортивных центров. После того, как почетные гости перерезали традиционную красную ленточку, они стали первыми посетителями тира. Действительно, тира – это действительно очень хорошее дело. И для нас, для стрелков, для спортсменов, мы очень рады, что действительно в доступности, потому что наши виды спорта все-таки они находятся за пределами города, Мирный и Иннополис. А здесь, в городе, это мы очень рады. Дай Бог, что если вот говорят, что в дневной будет это студенты, а потом будут, можно дети. Это супер. Российская чемпионка также отметила, что научиться стрелять никогда не поздно. Тир у вас получился замечательный, вы большие молодцы. Осталось только теперь, именно, чтобы студенты ваши заинтересовать их, чтобы они стремились к покорению спортивных вершин. В тире для спортивной стрельбы могут оттачивать навыки для участия в соревнованиях учащиеся и сотрудники Казанского университета. Со второго семестра в учебном плане будут предусмотрены часы на занятия по стрельбе из различных положений. При проведении студенческих спартакиад и спортивных мероприятий для сотрудников данный вид спорта будет включен в программу соревнований. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.